Civilization is a vulnerable thing, a whim of circumstance. At any time, the smallest flap of a butterfly's wings may set catastrophe in motion. Haran, an entire city wiped from the map. Those left behind there did not stand a chance. The world's greatest minds came together and found a vaccine against the Haran virus. Finally, mankind had prevailed against the disease. But people always want more. Despite a promise to shutter its labs, the GRE continued its research in secrecy for military purposes. It didn't take long for a variant of THV to escape into the world once more. The fall happened more rapidly than anyone could have predicted. The few who survived now live in small enclaves. The only means of contact between distant human settlements are lone individuals, brave or desperate enough to travel on their own across dangerous wastelands. They are known as pilgrims. Somewhere on the map, one city is still standing. A city isolated from the outside world. A city with special rules. Now, it's the last bastion of humanity. A chance for us to learn from history. And for once, make the right choices. Because every choice you make here shapes the future. Irreversibly. Приветствую вас, дорогие зрители. Добро пожаловать. Меня зовут Джонни. Сегодня, ребята, мы играем в новинку под названием Dying Light 2 на PS5. Всем приятного просмотра. Чатик, приветствую тебя. Саверин Геймингс, привет, дружище, привет. Как твои делишки? Ваня, здорово. Спасибо, Тедр, спасибо, дружище. Толя, привет, как дела? Спасибо за лайкосик, спасибо, ребят. Саня, здорово. Спасибо, спасибо. Тоже ждал вот очень долго этот проект. Надеюсь, что будет интересненький. Настенька, привет. Все хорошо, спасибо. Обязательно посмотри, если будет время. Забегай. Мария, приветик. Спасибо. Неужели дождалась-то? Вот наконец-то вышла. Здорово, Максон. Спасибо, дружище, спасибо. Да, игрушка новая. Вот будем смотреть, как она вообще в целом. Дима, привет. Спасибо тебе, друг, спасибо. Так, ребят, ну что ж. Погнали. Так, первую часть я играл еще давно на ПК, но не помню, в принципе, ее практически вообще, не запомнилась она мне. Но и вроде история интересная была. Вот. Но открытый мир мне показался каким-то однообразным, что ли, одинаковым, хрен. Ну, что-то не очень зашел. Вот. А в целом история, в принципе, интересная, как сюжет. Вот. Надеюсь, что здесь будет разнообразие в плане, ну, открытого мира. Вот. Будет интересно, помимо того сюжета, квесты, и поисследовать мир вообще, какие-нибудь места секретненькие, отсылочки и прочее. Так, что нам здесь? Ну, Аллегрию, да? Ну ладно, давайте оставим стандартное. Так, ну это понятно. А быстро можно как-то перемотать, что ли? Не пойму. Нам как бы настроечки бы надо вообще-то. Так, параметры. Давайте параметры зайдем.
Так, смена оружия. Включить громкость. Ну, пусть так и будет. Если будет громко, ну, музыка, может, не знаю. Может, по... Да, чуть поменьше, что ли, сделаем, не знаю. Ну, эффекты вот так. Громкость речи. Давайте оставим. Так. Так, что за... Да, ну давайте, ладно, чё ж. Наушники, наушники большой. Так, субтитры, так, 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 так. Так, это все понятно. Ладно, оставляем как есть. Здесь давайте сюда зайдем. Что здесь? Так, в стиле ролевой игры. Ну, это, наверное, не нужно, в принципе. Так, вот. Что мне было интересно. Тут вроде как нам разработчики обещают три графического режима, да? Графики. Производительность. Так, графический режим. Зернистость. Ну, давайте, в принципе, почему бы и нет. Нет, это не надо. Качество. Разрешение. Как-то странно вот гамма. А что он дает вообще? Давайте производительность, а там посмотрим. Как бы хотя бы написали бы, что дает-то. Качество разрешения. Давайте производительность. Все-таки 60 кадров как-то получше все-таки. Так, ну вроде как все. Мы разобрались, погнали. Так, обычно. Так, сбалансированный уровень сложности, подходящий большинству игроков. А что за высокий? Ну, давайте обычный, а там, если будет просто, то, я думаю, можно же переключиться, наверное, да? Давайте так оставим. В принципе, пусть будет. Тут вроде как сказали, что вроде как графонию немножко подкачали, в отличие от первой части. Так, 2036 год. После 15 лет после падения. На зомбаков уже бежим, да, наверное? Да, скорее всего. Ну, картиночка вроде даже производительности вроде прикольная такая, вроде сочная. Вау, прикольно. Как прям в кинцо. Ух, не долетели. Бля, вообще капец. Зомбари, зомбари, вы что-то делаете, а? Все нормально, я успел. Все за путем. Ты еще можешь? А как же, конечно могу. И раньше было веселее. Раньше ты был моложе. Ну да. Ну ты все такой же быстрый. Медленный пилигрим. Считай мертвый. Да, знаю. Забирайся, хочу кое-чего показать. Да? Ну давай, сейчас посмотрим, что там нужно показать. Так, путь пилигрима. Путь пилигрима. Угу. Вон они. Здорово, зомбаки. Чем треснуть вам? Так, ладно, как обычно, перемещение. У нас ничего такого нет, да, секретик, может, что-нибудь найдем. Может, какую-нибудь дубиночку, блин. А как прыгать вообще? Чего не прыгать-то? А, уже. А, кстати, адаптивные триггеры работают. Только почему-то R2 сначала, L2 вообще не пашет. Там, вот как прыгать. А что-то как-то не, это, непривычно. Почему R1, а не X, допустим, прыгать? Странно как-то. R1 прыгать. А почему я R1-то вообще? Чё за фигня-то? Так, куда там дальше-то? А, сюда. Угу.
Ох, брат, хватку не растерял. Ну да, да, да. Спасибо. Рад тебя видеть, Спайк. Давно не виделись. Давно, но сопли размазывать не будем. Идем, покажу кое-чего. Ну да, да, не будем. Куда идем? Увидишь. Невероятно. Что именно? Так, следуйте со Спайком. Большинство пилигримов не протянет в дороге 2-3 лет. А ты по свету уже 4 года бродишь и все еще жив. Как и ты. Ага, но я-то охуенный. Нормально. Точно. Точно. Без шуток. Мне б твою энергию. Да какие ж тут шуточки-то? Слышал чего, Джей? Не, не слышал. После Нового Парижа ничего. Каким путем шел? Через Бэйнс или Гэри? Через Бэйнс. Ну и Берень. Штук 5 ветхих хижин, да такой же забор. Ну, давай показывай, куда дальше. Смотри, здесь улей полный меда. Мы же не упустим такую возможность, да? Не в жизнь. Осмотрись. Если повезет, сможем найти и ромашку. Ты мне предлагаешь в улей залезть? Так, соберите мед и ромашку. А, хорошо. Есть. А, вот, чуть-чуть получается, да? Так, что теперь собрать надо? Ромашка. Вот, собрали. Так, квадрат, короче, у нас мы собираем. Ну, все, собрал. Или что надо? Еще надо? Не слишком ли жирно? А, вот, вижу, вижу. Ромашечка. Давай еще соберем чуть-чуть. Подойдет. Подойдет? Ты еще давай, что, какая разница? Не жалко, что ли? Ну, что? Помнишь старую травницу, что довели до деревни? Она то и дело повторяла. Запомни, мед и ромашка — это дары природы. Смешай их, используй. Если повезет, вылечишься. Ну, давай. Сейчас попробуем. А. То есть аптечку из этого, короче, собираем, да? Так, давай посмотрим, что там у нас. Ага. Так, здесь хранятся все ваши компоненты. Читайте описание компонентов, чтобы узнать, для чего они используются и где их найти. Хорошо. Так, теперь выберите чертеж. Окей. Ну, допустим, да. Ты никогда не забудешь свою первую. Ага. Круто. Так, здесь у нас... То есть это разные травы, лекарства и прочие-прочие детальки, которые можно, в принципе, что-то такое собрать. Какие-то ресурсы. Так, ну пока у меня этого ничего нету, в принципе. Здорово, Лёха, здорово. Как сам? Ну, чё ж, вышла новинка. Вот, надо её постримить. Блин, а потом я её ждал, капец, как тоже. Мне вот интересно, как она по сравнению с первой частью. Как у тебя дела там? Приятного тебе просмотра, дружище. Так, вроде как всё мы выбрали. Мы, в принципе, понятно. Дальше, по ходу дела, разберёмся. Шустрей, почти пришли. Здорово. Спасибо, Лёха, спасибо. И тебе, самое главное, здоровья. Что там у тебя новенького? Ну и чё? Я слышу зомбаков. Ну, заходи. Давай, открывай. А закрыть нужно ворота, нет? Ого. Ха, уютное гнездышко. Да, неплохо так. Черт, заперто. Я попробую открыть, а ты поищи другой вход. О, клево, клево. Ага. Девур, прикольно. Как там на работе у тебя делишки? Нормально все? Иди вход ищи, я тебя за ручку водить вечно не собираюсь. В смысле, я должен ты вход? Это вообще-то, пойди твой домик, я думал. С чего это я должен еще вход искать? Ну вот, что-то нашел. Так, присесть.
А с кем будешь в Дену... Девур играть? Копия. Так, чё, он тут ничего нету? О, что-то есть. Искать. Так, кожа. Аптечка. Есть что? Пусто. Ну, конечно, откуда там, блядь, будет. Так, что дальше там? Здесь что? А, это за стенкой. А, прикольно. Вау, блин, так крыса, вот... черт. Эйда, ты там как? Нормально все, да? Крыса. Знаешь, пора прощаться. Миша, почему? Привет. Привет, Миша. Спасибо, друг. Ты знаешь, поговорим. Приятного тебе просмотра. О ком-то беспокоиться. Пора. Короче, на PS4 и на PS5 она игра стоит 4279 рублей. Обычное издание. Вау, круто. Нифига, сколько у вас там много копий. Круто. Отлично, Миш, все зашибенно. Отличный денек, все хорошо. У тебя как делишки? Так, а что такое? Вот. А, это смола. Все, ладно. Миш, ты тоже будешь брать эту игру, вторую часть? Так, сейчас надо как бы все тут осмотреть, чтобы все забрать, да? Получается. Чтобы ингредиенты всякие собрать что-нибудь. А здесь что у нас? Можно открыть? Странно, что она не открывает. Так, здесь что? Здесь ничего. Ну, как всегда, конечно. Еды-то нету. Ничего нету. Так, здесь что? Вечеринка? Но к этому времени ВГМ утратила контроль над вирусом. Угу. Наверное, офигенная вечеринка тут была. Так, здесь что такое? Пять лет спустя. Что-то там произошло, непонятно. Так, а как это посмотреть-то вообще? Навыки. Так, ну это по ходу дела будем разбираться. А, вот это где. Нет, это не то. Дневник. Задание. Подсказки. Коллекция. А, вот коллекция. Прошло 5 лет. Кто помнит, Харан. Есть ли еще надежда для тысяч людей, заточенных в Харане? 5 лет прошло с тех пор, как Харан изолировали от всего мира. Жители, которые оказались, что они нашли убежище от вируса, оказались в смертельной ловушке. Они вынуждены защищаться самостоятельно. Помощи извне не будет. Почему мир отвернулся от Харана? Можно ли попросту стереть из истории некогда процветающий город с тысячами жителей? Охренеть. Иваныч, привет. Привет, дружище. Спасибо, друг, спасибо. О, клёво. Миша, я рад за тебя, что все гуд. Отличненько. Так, а здесь что у нас что-то такое? Использовать. О. Каким на вкус было вино раньше? Винишко? Я не прочь бы сейчас винишко попробовать. Так, здесь что такое? Музончик? Who do you voodoo? Что-то знакомое. Ну да. И это называли искусством? Ну, вообще, мне кажется, да, это и есть искусство. Что-то горы, снег. Что-то, ну, прикольно, в принципе, будет. Так, сейчас давайте все обойдем, чтобы все найти, чтобы потом в путь пойти. А, надо удерживать. Так, здесь тряпочки.
Баночки, сигареты, нифига себе. Неплохо. Так, а что тут, ящик какой-то есть? Кроме рваной футболки, ничего нету. Это валом. Так, в дяде что-то есть, вот. Смола, вообще отлично. Так, а здесь что у нас? Ящик. Нет, голяк. Голяк. Конечно. Так, постойка. А, вот можно залезть. И чего тут? И что за прикол? Типа скрыто от глаз. А что именно скрыто от глаз? Непонятно. Наверное, ничего, наверное. Ну ладно. Так, обыщите дом. Хорошо. Ух, нифига там, блин. Офигеть. Как грустно. Sorry, Dave. Goodbye. Лучший способ отметить конец света. Да. Умерли на своих условиях. Надеюсь, и нам так повезет. Эйден, я гляну, что наверху. А ты осмотри сад. Лады? Лады. Ладно, давайте сад обыщем. Пара была. Зато вы не были вместе. Да. Блин, такое, видишь, блин, ну, такое представить, это вообще капец. Прям вот просто жесть. Не дай бог, чтобы такое было в будущем. Она была классной. Да. Прям музыка такая прям атмосферная. Дорогая Мэри, прости, что сбежал. Говорят, если человек превращается, это уже необратимо. Я в это не верю. Я знаю, что ты еще здесь, под всей этой болью. Я иду к тебе. Не хочу больше убегать. Эйден, иди сюда, глянь-ка. Чего там такое? Сейчас, погоди-ка, дай посмотреть хоть что-нибудь. Сейчас обыщем тут все. А, тут это уже внутрь дома. Все, понятно. Так, ну тут все, в принципе, ничего такого нету. Не, музыкальная составляющая прям вообще обалденно сделана. Прям до дрожи прям берет. Так, как мне наверх-то попасть?
А, погоди, можно же залезть, по идее, да? Он же паркурщик, он же может залезать. Ты же паркурщик, давай, прыгай. Сейчас с другой стороны, наверное, залезть надо. Вот, с этой. Ну да, да. Такого нету. А, вроде ничего нету. Присядь, брат. Для тебя. О, Мита. А, подарок? Скорее, дар небес. Неплохо. Нашел рядом с телом прошлого владельца. Надеюсь, тебе от нее будет больше проку. Держи. Выдохлась. Когда это ты стал таким гурманом? Пей давай. Кто знал, что конец мира может быть тихим? Серега, привет. Спасибо, друг, спасибо. Пока не наступит ночь. Верно. Приятного тебе просмотра. Этого не видит. Кто? Неважно. Да, я надеюсь, что игрушка не подкачает. Реально будет классно. Я выследил того парня. Что? Какого? Кончай уже. Ты стал пилигримом, чтобы найти этого уёбка, Вальца. Я нашел, кто с ним знаком. Что? И только сейчас говоришь? Ха, мы пьем пиво. Думал, дойдет, что мы отмечаем. Парнишка из Велидора. Видимо, он что-то знает о Вальце. Велидор? Значит, я близко. У меня есть просьба. Не отнесешь это в Гэри? Тебе по пути. Там не любят пилигримов, но платят хорошо. А где любят пилигримов, Эйден? Нас боятся. Все пытаются выжить любой ценой. Возможно. Но когда надо что-то передать, прорвавшись через орду зараженных, зовут нас. Ладно, но за тобой должок. Ничего не волнуйся, отдам должок. И не один. И не один. А что с тем парнем? Я говорил с ним по рации. Имени он мне не назвал. Похоже, ему есть что скрывать. Видишь антенну на горе? Она поможет с ним связаться. Он будет ждать на рассвете. Частота 140 и 200 мегагерц. Свяжись с ним. Не вопрос, дойдем. Я пойду прямо в город. Все не так просто. Велидор должен был стать одной из зон, обнесенной стенами, чтобы сдержать вирус. План провалился, но город выстоял, как и стены. Парень знает, как попасть внутрь. Свяжись с ним, он все расскажет. Что он хочет взамен? Не сказал. Но сомневаюсь, что он из тех, кто помогает за даром. Не думаю, что такие люди есть. Что? А как же я? Ты старая пиявка, которая заставляет расспрашивать о своей чокнутой подружке. Эй, она не чокнутая. Джейн просто... сорви голова и... Ну, чокнутая. Часто из-за этого попадает в беду. Но ты бы видел ее огромные... Я понял, огромного. Еще слишком рано для подобных разговоров. Глаза. Я хотел сказать глаза. Ну да. Огромные. Прекрасные. Цвета стали. Ну, не слышал, чтобы поняли, так восхищались серыми глазами. Потому что ты ни хера ни о жизни не знаешь, ни о женщинах. Наверное, ты прав. Уверяю, однажды я найду Джейн. Мы построим дом и будем в нем жить. Я перестану скитаться по свету, как придурок. Выпью за это.
А этот вальс? Кто он? Родня? Нет, точно нет. А зачем ищешь его? Рассказывать собираешься? Да, однажды. Ну ладно, мне пора. И когда я тебя увижу? Еще через 2 года. Кто знает. Береги себя, брат. Надеюсь, найдешь этого вальца, или как там его. И не да забудь, уж постараемся. 140 и 200 мегагерц. На рассвете. Тебя ждут. Да, я понял. 140 и 200 мегагерц. Так, грязная бита. Грязная. Может, я помыть ее? Она не будет грязной. Единственное, мне как-то непривычно, что прыгать, наверное, один. Обычно на крестик, как бы. Ну ладно. Что ж, будем привыкать. Так, нам надо туда отправиться, да? Сейчас попробуем прыгнуть, что ли. Воу! Упс. Наверное, нам было проще слезть, наверное. Так, куда там? Так, доберись до радиовышки. Понятно, понятно. Так, а что мы можем что-нибудь сделать? Выбрать. Изменить еще. А изменить именно в чем? А, прокачки я пока еще ничего не могу, в принципе, сделать. Создать. А, меда нужен. Все, я понял. Ладно, ладно. Сейчас по ходу дела все, я думаю, мы будем собирать. Ну, выглядит, конечно, атмосферненько, прям так. Прям офигительно. То есть составляющая мне уже нравится, в принципе. И как музыкальное сопровождение. Опа. Звуки какие-то нехорошие. Так, как им туда вообще попасть-то? На одну вышку. Наверное, давайте спустимся на начало. А там посмотрим. Так, как бы не наткнуться бы на орду бы. А тут точно мне не добегу. Так, погоди, он подъем может, по-моему, плавать, да, если не ошибаюсь. Давай, прыгай! Хорош. Так, нырять кружок. Вынырнуть R1. Хорошо. Буду иметь в виду. Так, погоди, а там этот был. Не, ничего нету. Водка затонувшая. О, черт. Кусаки. Кусаки, а? Кусаки. Иди отсюда, блин. Так, металлолом, хорошо. Блин, капец, как неожиданно-то, а? Охренеть. Чё пугать-то так, а? Сразу. Так, чё дальше там? Опа. Так, погоди. А, ну, незаметно. Ну, вот это прикольно. Ага. Так, ну из этих банок, я думаю, что-нибудь можно смастерить, наверное. Или так отпугивать, скорее всего. Так, все, тут ничего нету. Вроде ничего. Так, где-то мед здесь. Чё? Mm.
тебе косю. Так, сигаретки. Ладно, возьмем. Так, мне нужен мед. Слышал этих пчел. А где пчелы? Пчелки? Вы где? А, во. Во, неплохо. Так, по идее, мы можем создать еще. Давайте создадим. Отлично. Сейчас надо привыкнуть к управлению, вообще ко всему, чтобы, блин, попроще было. Так, вот еще что-то есть. Ага. Так, что такое? Смола. Там как бы не особо сильно отличается от первой части. Так, грангрена подобрать. Обычно одноручная мачете. Вау. Клёво. Так, постой-ка, что-то мы не взяли. Это в доме. Давайте возьмем. Полюбас нам все понадобится. Так, здесь. А, вот. Странно, что я не забрал эту фигню. Ну все, пойдем сюда дальше. Так, это блокировка. Угу. Козел, блин. Так, неплохо. Так, вообще нам наверх. Давайте сюда, наверное. Так, погоди, вообще он паркурщик, он должен, блин, прыгать тут везде, как этот, как обезьянка, по идее. Здесь я не зацеплюсь, наверное. Нет, здесь он не зацепится. Все, я понял. Давай. Так, погоди, как ты должен цепляться? Так, уже неплохо. А, неплохо. Ты чё упал-то? Андрюха, привет! Привет, дружище! Спасибо, друг, спасибо, да, новый. Вот только сегодня официально вышло. Ну, как бы ребята уже с вчерашнего дня играют, ну, это те элиты. Вот. Кому разработчики ранее доступ дали, а так с сегодняшнего дня вышла игра. Спасибо, спасибо, Андрюха, спасибо. Спасибо за лайкосик. Как у тебя делишки? Так, наконец-то мы забрались уже. Все, ништячно. Так, все. Так, ну тут вроде никого нету. Ну хрен его знает. Ну вообще, по идее, должен допрыгнуть.
Мне кажется, там особо там, в принципе, ничего и нету. Ладно, пойдемте вперед. Так, тут нас уже ожидают. О, нифига себе, сколько их. Но мне кажется, лучше здесь их вообще не будить, потому что будет полная задница. Ни хрена себе здесь. Так, они пока, я так понял, в спячке. Пока вроде не слышали. Так, это мы возьмем. Так, обычная двухручная бурава. Что-то в этом роде. Где что такое? Это мне не надо. Так, постой, там что-то есть. А, мед. Давайте возьмем. Цветочка. Да, уже понятно, что куда забраться-то. Ну, не знаю, пока вот только сегодня ее включил. Поэтому я как бы первую часть я играл. Это вроде история интересная, но город мне оказался таким скучноватым. А это вроде как неплохо, в принципе, выглядит. Хорошо. Атмосферненько так. Музыкальное сопровождение тоже классное. Но пока рано что говорить, в принципе, как игра. Но в целом, в принципе, пока нравится. Пока интересно. Надеюсь, что история не подкачает сюжет. Ну и сам город, чтобы был разнообразный, чтобы можно было и походить, и повазить, там что-нибудь секретики поискать. Вот. Надеюсь, будет интересно. Но атмосфера мне, в принципе, уже нравится. То есть уже, в принципе, затягивает потихонечку. Прям вообще нормально так. Так, да, нормально, нормально. Андрю, как тебе призрак Цусимы? Так, а что такое? Национальный парк. Угу. Добро пожаловать. Круто. Так, это я так понимаю, нам на ту сторону, наверное, надо будет. Неплохо. Погоди, что там? А, олени, короче. Осторожно, ладно, будем осторожны. Прикольно, я рад, что тебе понравилось. Да, игрушка на самом деле клевая. Особенно очень история интересная. Воу, блин, постоянно путаю, что R2 упал. Неплохо. Ну, не пойду я за ним никуда. Так, нам дальше вперед. Так, надо как-то забраться.
А, вот как. Все понятно. Блин, ну открытый мир, конечно, капец здорово. Я надеюсь, наверное, можно лазить практически куда угодно. Наверное. Юля, привет, привет. Приятного тебе просмотра. Как твои делишки? Согласен, игра прикольно выглядит. Очень классно. Ага. Не, у нас есть еще ребята вроде как, кто играет в эту игру. Вроде. Я просто не стал смотреть. Потом посмотрю, потому что, чтобы тебе не спойлерить. Так, мы получили новый навык. А что мы получили? А, мастерство паркура. Первое очко навыков паркура. С ним вы сможете разблокировать свой первый навык. Хорошо. Так, что такое? Позволяет вам дотягиваться до более высоких уступов, когда вы зажимаете R1 во время прыжка. Ну, понятно. Хорошо. Так, это, как понимает, древо навыков, да, у вас прокачки, получается, персонажа. По одному очку, короче, нужно. А, тут еще дальше уже больше требует. Все, понятно, ладно. Так, а здесь у нас что? Так, тут удары, короче, по выживанию. Все, понятно. Ладно, по ходу дела будем разбираться. И все это нужно, я так понимаю, собирать. Ну, в принципе, я думаю, разберемся. Еще чуть-чуть. Хорошо, приятно. Приятно слышать, что у тебя все хорошо. А, вот, все, выдерживаем. Все круто. Не знаю, мне кажется, этой игре бы не пошло бы, допустим, от третьего лица. Вот. Как бы, не знаю, от первого лица, наверное, лучше тут атмосфера подходит. В принципе. Хотя фиг его знает. Просто есть игры, которые... от третьего лица идут, а есть те, которые от первого. Я просто из-за этого тоже как бы немного думал, что не пойдет, в принципе. Вроде нет, нормально. Уже темно. Пора найти пристанище на ночь. Ну, вроде я нашел что-то получше. Да, я вроде нашел домик. А, то есть ночью лучше не гулять, да? А то зомбаки. Так, как то пора пройти как-нибудь, открыть. Какого? Опс. Давай, быстрее, 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 быстрее. Ни хрена себе. Что такое было? Блин, зря этот. Вау. Хрена себе он. Так, основа боя. Некоторые враги используют мощные атаки, которые наносят огромный урон и могут сбить вас с ног. Когда враг собирается задействовать мощную атаку, его индикатор здоровья начинает мигать красным. Уклоняйтесь. Чтобы избежать удара. Чтобы совершить уклонение, нажмите R1. Назад или в сторону. Ну, в принципе, по ходу дела понятно. Ладно. Воу-воу, тихо-тихо-тихо. Тихо.
ты, блин, какой хитрый какой, а? Какой здоровый. Тихо, тихо, тихо. Иди отсюда. Вау, а вот так вот. Иди сюда. Во. Костюм. Иди сюда. Еще иди сюда. Так, блокируем. Блин, капец, он быстрый вообще. Так, где он? Я не вижу его. Где он? Я сказал, не надо вставать. Лежать. Так, где он? Вон он. Опа. Ах ты, гад. Задел. Иди сюда. Так, вроде... Еще один оттуда. Откуда ты взялся-то вообще? Иди оттуда. Блин, вообще. Мне ночью кажется, вообще тут не вылезать вот отсюда. Чуть не сдох. Да капец. Так, ладно, давайте сейчас быстренько обыщем их. Жесть, блин. Какой-то уголек какой-то не угасающий. О, денежку дал. Уникальный трофей с зараженного. О, трофей нам дают, да? Круто. Да, Андрюх, я в цифре брал. Я хотел на диске брать эту игру, потому что, ну, как бы пройти и продать ее потом. Но, блин, я бы ее не дождался бы сегодня, это точно. Максимум мне бы завтра ее привезли бы. Поэтому я плюнул это дело, нафиг купил это так, в цифре. Так, могу я здесь открыть-то теперь, а? Да, теперь можно. Так, что тут у нас есть? Так, генератор вылезет, да? Так, сломанная лопата. А мне она зачем нужна? Давай включим. Ну, зончик сразу. Так, ну все, я думаю, можно, в принципе, уже в домик заходить. Все вроде обыскали всех. Давайте зайдем сюда. Радиостанция должна быть где-то здесь. Ну, я что-то не помню, чтобы мы до нее дошли. Так, постой, а... Чё-то не пойму. А, вот. Все. Так, консервные банки. Хорошо, ладно. Ничего себе тут замки. Специально, наверное, да? От зомбаков. Так, а можно закрыть как-то дело? Да, можно. Закрываем. Опа. Так, что такое? Кто-то их трогал. Недавно. Ну да, что-то есть такие следы. Его сдвигали. Угу. Так, значит, что-то здесь есть за стеной. Так, сейчас мы посмотрим все тут. Давайте прошаримся. О, еда. Отлично. То я проголодался уже. Неплохо. Нет, нам сюда надо идти. Так, гангрена. Обычная одноручная мачете. Ну вот эти, которые я так понял, подбираю, вот это вот оружие, да, вот лопату, вот это мачете. То есть это так получается как бы одноразово, скорее всего. То есть на разок и все. Так, надо это, по-моему, открыть. Ладно, попробуем. Давай попробуем.
Так, вот, есть. Так, безопасная зона, ага. То есть это типа ночлежка, короче, получается, да? Так, вы только что открыли первую безопасную зону и получили новую точку возрождения. Во всех безопасных местах есть свет. Там вам ничего не угрожает даже в ночное время. Кроме того, в каждой безопасной зоне место для отдыха, с помощью которого можно менять время суток и тайник Эйдена. И можно оставить лишние предметы. А, ну понятно, это хорошо. Вот она, радиостанция. Угу. Так, что у нас здесь? Тайник игрока. А, то есть я могу здесь оставлять. А вот мне интересно, вот то, что я сейчас собираю, вот оружие разного вида, да, вот по урону, это прочее, они как-то на вес влияют, интересно? То есть я вижу, да, там с 5 до 24 можно, в принципе, собрать видов оружия. А по весу, интересно, они как? Вот это, конечно, непонятно. Ну, давайте лопату. Как бы нафиг она не нужна. Так, биты оставляем. Урон. Так, вот это мы оставим. В принципе. А, погодите, еще на что хотел оставить? Так, нет, не это. Нет, это мы оставим. Оставляем. Я вообще ни хрена ничего не вижу. Так, а здесь что такое? Откроем. И чего? Опять сломанная лопата. Ну и смысл в ней. Нет, оставляем. Поехали. Что там, 144-200 вроде, да? Или 140? А, 140-200. Все, вот. Это Эйден. Прием. Кто-то искал Пилигрима? Прием. Видимо, буду ждать до утра. Так, ну чё ж, ну да, уйти, а чё тут уже настраивать смысл нет. Хватит, пора спать. Утром снова попробую. Уже сказал утром, да. Чё, давайте баньки давай. Сейчас? Нет, когда состаримся. Сейчас, Эйди. Нам нужны припасы. Все готово. Так тихо. Где же все? Может, все умерли? Я так понимаю, это его сестра. Пошли. Живо. Все хорошо. Ну вот, другие дети. Жди здесь. Наверное, мне кажется, какие-то эксперименты, наверное, делали. Ничего хорошего не выйдет. Привел 12-346. Ну да. Мы должны были отвезти пациента в город. Не волнуйся, нас скоро выпустят. Эйди, мне страшно. Ничего так я не кажется. Я с тобой. Ты в безопасности. Я знаю. С
Слушай меня. Тише. Видишь? Даже если нас разлучат, мы всегда сможем найти друг друга. Доктор Вальц, мы не успеем. Военные вот-вот будут здесь. Стой. Закрой глаза. Огонь! В лаборатории! Да, ну как неожиданно из этого сна, я так понял, детей, короче, испытывали на что-то, эксперименты на них делали. С тем, и он потерял свою сестру, что ли, как я понял. И он сейчас ее разыскивает, ну или ищет ее. Это Эйден. Я сейчас на частоте 140 и 200 мегагерц. Да. Я должен был с тобой связаться. Рад, что не передумал. Зачем тебе Вальц, Пилигрим? Чтобы найти кое-кого. Ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в больнице и... Я знаю, кого ты ищешь, Эйден. Ты хочешь знать, зачем Вальц ставил на вас все эти опыты? Почему ты сильнее и выносливее других? Я просто хочу найти Мию. Ищу ее, как ушел из лагеря выживших. Можешь мне помочь? Может, и могу. Давай встретимся, Пилигрим. Где и когда? Вход в туннель метро на берегу. В туннеле можно попасть через открытый люк ВГМ. Я буду там. Хорошо, ладно. Ты же не делаешь это просто так? Мне нужно уйти из города, но не в одиночку. Отведи меня в Новый Париж, и мы квиты. По дороге я расскажу тебе все, что знаю. Конец связи. Постой! Я должен хотя бы знать, что она жива. Она жива. Я иду к месту встречи. Увидимся. Так, встретимся с изным туннеля. Так, давайте посмотрим, что можем прокачать. Может, что-нибудь нет? Нет, ничего не можем. Так, а здесь... Так, коллекция, нет, не то, ремесло. А, давайте еще создадим. Так, три теперь у нас аптечки. Так, вещи. А, получается, оно ломается, я так понимаю. Уменьшается прочность. Так, ну давайте возьмем вот это. Так, а вообще по идее изменить, а в смысле изменить чего? А, у меня пока ничего, наверное, нету. Прокачать я пока не могу. Так, погоди-ка, я же выбрал, по идее.
Так, постой. А, можно же менять. Все, все, понял. Нифига себе. Ну, да, нормально так. Кстати, против больших можно. Ну, в принципе, она медленнее, конечно. Так, ладно, погнали. Вход на территорию. Как-нибудь можно забраться? Там, наверное, ничего нету, в принципе, но... А, нет, тут нельзя, тут все загорожено. Хотя, погоди. Не-не-не, никак. А, не, можно. Можно. Хорошо, хоть не нужно лезть на самый верх антенны. Ну да, согласен. Блин, я думал, что-то будет. Что-нибудь такое. Нельзя что-нибудь открыть. У меня ничего нету. Так, ладно, пойдемте. Ну, там уже вдали, вдалеке в город уже видно. Фига там стены, блин, застроили. Это за столько, за 20 лет? Ну, хотя вполне, в принципе, реально застроить такие стены. Так, что, погнали? Так, неплохо, взяли. Давайте-ка зайдем сюда, здесь что такое у нас. Так, что это такое? По-моему, вот это. Потерянный рай, книга четвертая. Смущение дьявола там стоял. Узнал он, как добро ужасно. В сравнении с умыслом людей, в намерении прекрасно. В делах людей увидел уже князь, что сам он на миг творился, отложил, как человек подмену зло, и поднятие добро заложил. Ничего себе. Какие-то книжки прям про культы непонятные. Тут такого больше нету. Ладно, ничего нету. Так, ну мне интересует, что вот здесь вот. По-любому что-то должно быть. Не, ничего нету. То есть бегает он сам, получается, автоматически. То есть я ничего не делаю. Ну ладно. Вау. С мягкой посадочкой, как говорится. Угу. Иронимо! Нормуль. Так, погоди. Внизу-то по-любому что-то должно быть. О, есть там. Так, а где у нас шкала заканчивается воздуха-то? А, вот она, верхняя шкала. Так, погоди.
Давай, давай. Я понял, понял, понял. Давай. Воздух. Фуф. Так, еще один том у нас получается. Сейчас мы заберем. Отлично. Перья. Для чего-то они нам, наверное, нужны будут. Биледо. Какой-то, наверное, ресторанчик, кафешка. Опа. Ну давай. Прием. Это Эйден. Ты меня слышишь? Иди сюда. Громко и четко. Значит, ты уже близко. Я переплываю озеро. Значит, ты уже почти у туннелей. Там есть ход. Единственный, который оставил ВГМ, когда закрыла город. Поторопись. Ну погоди. Что не так? Живее. В смысле живее? Погоди. Да я хоть посмотреть-то все, полазить-то, блин. Интересно же исследовать. Чего все быстрее-то, все быстрее. Так, пойди, он может? А, может, фига. Круто. Так, мне туда нужно, так. Блин, тут фига тут полно их сколько. Зомбарей. Пойди, на каких-то внимания их, в принципе, не будем обращать. Потому что они по-любому замучат разом. Давай, блин, собирайся. Интересно, а он сможет прыгнуть? Мне кажется, какие-то могут. А эти такие тупые, короче. Так, куда мне надо? А, вот туда надо все. Не, ну за всеми, в принципе, бесполезно драться. Смысла не вижу. Наша численность, они тебя все равно завалят. Окружат и все. Где-нибудь не могу. Так, чисто, блин. Ух ты, блин. Погоди, погоди. А, вот ты что, я тебя не заметил. Гад, а? Нафиг, чертов. Так, все. Ну да, получается, они одноразовые оружие. Ну, кстати, прикольно, это хорошо сделали, это реалистично. Так, сейчас погоди, ну, в принципе, можно поменять же вещи. Давайте вместо вот этого поставим вот. Да. А, что ставить-то, в принципе, он уже выбирает сам. Нормально, ладно, пойдет. Так, куда нам надо-то вообще? Пойму. Ах ты. Да уж, жесть. Угу. Охрените, сколько тут, ё-моё. Так, погоди, а здесь что-нибудь?
чё тут у нас? Наверное, скорее всего, спрятаться, наверное, от зомбаков. Наверное. Ну, а так хреново. Ну, наверное, скорее всего. Алекс, привет. Привет, дружище. Спасибо. Спасибо, дружище. Спасибо. Спасибо, друг. Спасибо. Так, все, нам надо сюда. Как мне туда залезть-то? А, вот здесь все. Постойка. Что тут у нас? А, ромашка. Ну, ромашка нужна. Да. Ну да, это... То прятаться, короче, от зомбарей. Я вхожу в туннели. Эй, слышишь меня? Скоро встретимся. Уже иду. Да. Тут кровище какое-то, понятно. Отвлекает. Блин, ну что поделать, дела есть дела. Надо же делать делишки, а потом уже можно один глазок посмотреть. Что тут вообще какой-то трэш. Вообще капец. Не здесь. Хрена тут. Есть кто-нибудь? Какая-то могила вообще просто. Блин, как бы не нарваться бы к народу. Так, куда мне? Сюда, наверное. О, черт, мне это не нравится. Да мне тем более не нравится, конечно. О, боже. Ну так неинтересно. Ну согласен, согласен. Есть такое дело. Это еще что за хрень? Черт, прыгу! Воу! Что, серьезно, что ли? С ним драться сейчас будем? Воу! А, ну цвет этого, как его, ультрафиолета боится. Блин, мне надо тоже такую штуку взять. Порядке. Тварь меня укусила. Прыгун, в коллекторах полно этих тварей. Скорее выходи на свет. Где Мия? Потом. Нам нужно уходить. Да. Терпи, это пройдет. Держись! Я что, буду полузомбарем? Вот ты где. Мы тебя искали. Вы-то кто? А что с этим? Кажись, подох. У него ничего нет. Пошли. Окей, Леха, давай, удачи тебе. Спасибо, друг, спасибо за шоу. Да нет у меня ключа, клянусь. О, фонарь хоть дали. Вот что-то. Говори. О, хоть это нет, есть. Нет, у меня ключа. Я его уничтожил. Так, погоди. Нет, мне не сюда. Своими руками. Босс заставит его разговориться. Где же он?
Не пойму, с кем он там болтает. Такое ощущение, он там тоже какой-то... Ползамбарь какой-то непонятный. Так, бодя, здесь чё? Чё, не могу? А, можно. Так, постой. А если дверь открыть, что тогда будет? А, закрыто. Это очевидно. Так, ну, здесь... А, понятно. Опа! Нормуль. Паркур пошел. Опа. Блин. Постоянно путаю эту кнопку, е-мое. Так, ничего нету. Давайте так, чтобы нас никто не заметил. Ну я же сказал, нет его! Я вернусь вместе с боссом. Вместе с кем? С боссом? А с каким боссом-то? А, он сам отключил. А, наверное, меня ищут. Знаю, о чем ты говоришь. Пусти его. Ты хочешь, чтобы мы его отпустили, урод? Тогда заставь нас это сделать. Давай! Фига себе. А он сам по этот... Так, нажмите L1, чтобы бакер... Да, это я понял. Ну, это понятно, короче. Это же... Давай, иди сюда. На. Хопа! Хопа! Чё такое? Хоп. Ну, 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 ну. Давай. Красавчик. На вот тебе, гад. А, блокировки тоже умеешь, да? Опа. Плохо. На вот тебе. Давай. Гаденыш. Давай еще, давай. Иди сюда. Ну, давай еще. Давай. Отлично. Опа. Ну, куски порвем. Я тебя сейчас... Че ты сказал? Ну, давай. Давай, 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 давай. Хопа, хоп, хопа. Иди сюда, блин. Хорош. Так, навык боем получили. Отлично. Давайте мы себя прокачаем. Ну, давай, нажимай. Так, что там дальше? Ну это понятно, да, понятно, 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 понятно. Так, что такое? Перепрыгивайте оглушенных врагов и наносите удар. Подбегите к оглушенному противнику и нажмите R1, чтобы перескочить через него. Нажмите R2. А, ну прикольно, прикольно. Так, потихонечку начинаем разбираться. Хорошо. Нормуль так прям. Правда, у меня уже оружие какое-какущее, никакое. Лопата? Ну ладно, хер с ним будь. Лопата. Дружище, ты как там, живой? Кто это был? Нет времени. У меня в кармане. Я оставил тебе кое-что. Что это? Ключ доступа в АГМ. Миротворцы, они нашли его. Его нельзя потерять. Ты должен был сказать, что с моей сестрой. Где Мия? Иди в Рыбий глаз. Спроси там,
девушку по имени Луан. Отдай это ей. С этим и с ее помощью ты узнаешь. Ты все узнаешь. Понял? Береги его. Если Вальц им завладеет, весь город, все умрут. Вальц? Вальц здесь? Да. Они идут. Слышишь, ренегаты? Беги! Пойдем вместе. Возьми это. Пойдем. О, пушку дал. Оружие дал. Клево. Вот и такая заблудшая овечка. Но не... Так, погодите, ребят. Секундочку. Тимас, привет! Привет, дружище! Приятного тебе просмотра! Как у тебя делишки? Так, я так понимаю, мне надо сваливать отсюда, да? Так, кустарный мачете. Боевой паркур. Используйте перекатывание. А, перескакивание, чтобы его повысить. Так, это понятно. R1 и R2. Попробуем. Я даже не захотел. Давай, иди сюда. Вау. Давай, иди сюда. Ну. О, неплохо. Давай. Воу, махнулся. Я понял. Ну, давай. Блин, промазал. Сори. Давай. Хорош, низко. Давай еще. Воу. А, ты тут еще, блин. Да что такое? Вау, хорош. Давай еще. А, вот, там сработалось, да? Воу, вот это вообще отличный прыжок. Неплохо. Вообще шикарно. Промазал. Давай. Вот это шикарно. Блин, сзади там мне? Да, я понял, я уже получил. Вот так. На тебе, ката. Неплохо. Тихо. Давай. Да, блин, промазал. Давай еще. Промазал. Давай еще. Я завязываю с играми. Ну. Вау. Плохо. Ты и так могу. Ты
Давай. Себе не представляешь. Неплохо. Ну. Вау. Жестко. Так, а есть что перекусить? Есть. Неплохо. Воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо. Ну, в принципе, неплохая, прикольная. Пока нравится. Главное, что атмосфера интересная. Прям музыкальное сопровождение. Открытый мир прикольный. Пока, правда, до города еще не дошел. Я только вот недавно начал играть. На тебе, кат. Вау. Так, давай, давай. Блин, промазал. Давай, дружище. А, все, блин. Давай, дружище. Нифига себе он летает. Ну. Ну, давай. На, блин, с одного удара просто не пух так. Воу, тихо, тихо, блин, я забыл про тебя. Ща, погоди, дай хоть что-нибудь собрать-то все. Не, прикольная игруха вроде, вроде интересная. Такая забавная, перевод прикольный. Чё такое, дружище? Валим отсюда! Прохер, слышишь меня? Ключ у тебя. Это Вальц. Нужно бежать. Но он мне и нужен. Идиот, он убьет тебя, если найдет. Дело! Опа. Блять, идем к вентиляции. Быстрее, сюда. Ты первый. Ну, сюжет вроде тоже ничего такой прикольный, интересный. Что ты делаешь? Перевод забавный. Вальц не должен получить ключ. Что? Выпусти! Рыбий глаз. Луан. Иди. Вот он, предатель! Привет, Дилан. Приветик. Ни хрена там, блин, здоровый чел. Пустите его. А, нет, а там еще больше, мужик. Почему ты предал меня? Это не твой ключ, ты не можешь. Где он? Здесь. Нифига там удар. Прости. Становится туманно. Нет. Ты просто умираешь. Еще до падения мой дед разводил лошадей. Красивых, редких пород. Я их очень любил. Однажды его самый любимый жеребец поскользнулся и сломал ногу. Я думал, дедушка ему поможет. Но дед просто вытащил пистолет и вложил мне в руку. Он мне сказал, это для его же блага. И нажал моим пальцем на курок. Я плакал. Я желал смерти своему деду. Но прошли годы, и я понял. Нужно делать то, что должно. Ты не оставил мне выбора, друг мой. А, он же, его же укусили.
Опа. Давай, вали оттуда быстрее. Беги, беги. Куда бежать? А, закроем ящик. Давай. Бежим. Паркур влево пошел. Сейчас просто, просто сваливать надо отсюда. Упс. Ну, вроде правильно плывем. Вроде туда. Так, погоди, мне надо как-то вынырнуть. Фух. Так, погоди-ка. Так, мне надо... Так, постой, как-то вынырнуть нужно. Ни хрена непонятно. А, вот, все, нашел. Вот такая зеленая, блин. Уже, наверное, радиоактивная, наверное. Уже давно. Под это дело. Упс. Блин, я забыл то, что это. Дыхалка-то у меня. Так, давайте печку делаем. Больно. Да капец, конечно. Так, а мы можем сейчас сделать? У меня вроде что-то есть. Создать. Давайте создадим. А, максимум можно создать, да? Сразу. Неплохо. Вот. Так, и надо еще собрать еще. Да, согласен, согласен. Зомби это так, чисто для вида. Я играл в первую часть очень давно, когда она только вышла, еще на ПК проходил. Ну, сюжет интересненький такой, нормальный. Но вот окружающий мир мне показался каким-то однообразным, скучным как-то. И я как бы прошел, да, игра не запомнилась. Надеюсь, что в этой части будет какое-то разнообразие города. Ну, чтобы реально можно еще не только по сюжету, но и так походить, чисто какие-нибудь секретики поискать. Что-нибудь в этом роде. Чтобы скучно не было. Потому что фишка в открытом мире тоже есть смысл. Как бы хорошо. И с другой стороны, если он не скучный и однообразный, то, в принципе, тупо только по сюжету походить и все. Что происходит? Ну и так графонии немного подтянули, так заметил. Тени с освещения тоже. Получше стало выглядеть, почетче. Так, а чё, залезай, чё, а, прыгать, ты же прыгать должен. Все, неизвестность. Тут вроде как три фракции должны вроде как. Да, вот, я соглашусь с тобой, конечно. Главное, чтобы она затянула. Вот, а там дальше, в принципе, нормально должно быть. Ну и чтобы поинтереснее, чтобы повадить и поискать что-нибудь. Секретики, отсылочки тоже. Перевод тут хороший, мне уже нравится перевод. Оставьте его в покое!
Как он превращается! С чего вы взяли? Может, он просто чихает? Он чужак! О, да ладно, это же этот главный паркурщик, который... Блин, как его зовут-то, француз этот? Он в фильмах еще играет. Блин. Они тебя прикончат. Тише, не сейчас. А, 13-й район. Во. Точно. Яна! Ингибируй! Это еще что за хер? Быстрее давай! Тащи их сюда! А, твою же мать! Ну ты сволочь, скотина! Ни хрена себе. Вот это удар. Прям неожиданно прям. Блин, голова-то будет всю ночь болеть. Первая доза. Да. Он шевелится. Хакон? Убей его, Хакон, убей его, пока я его не убила. О-о-о, расслабься, дыши. Похоже, не превратился. Похоже? Похоже. Хакон, я не хочу, чтобы это было здесь. Ты снова с нами. Моргни, если слышишь. Голова. Ты чуть не превратился, но ультрафиолет и ингибиторы помогли. Ну, и бита тоже. Ты жив. Таким и оставайся. Этот парень чуть нас всех не убил, а ты с ним болтаешь? Девочки, спокойно. Они напуганы. Ты чуть не разнес их мастерскую. Нам пора. Можешь идти? Но я не понимаю, куда мы идем? В безопасное место. Мне нужно в рыбий глаз. В рыбий глаз? Без биомаркера туда не попасть. Что это за фигня? Биомаркер следит за развитием болезни в темноте. Это твой билет в город. Без него выйти на свет – это вроде лотереи. Ты не знаешь, когда превратишься. Тебе нужен биомаркер, а я знаю, где его найти. Пойдем. Он опять превращается. Спокойно, все под контролем. Все будет в порядке. Ты еще слаб. Подожди. Пей. Правда? А что дальше? Может, в ванной его искупать? Звучит неплохо, дамы, но в другой раз. Пошел ты, Хакон. Обожает меня. Почему ты помогаешь? Познакомимся получше и узнаем. Сначала ты. Откуда это у тебя? Не твое дело. А ты осторожный. Молодец, дольше проживешь. Ты настоящий пилигрим? Или украл этот значок? Я был пилигримом. Час до заката. Я не шучу, Хакон. Он не останется здесь на ночь. Вот, твое оружие и рация. Даже пилигриму это нужно. Давай, пойдем. Что ты мне дал там какую-то, блин, трубу? Нормальное оружие не мог дать? Так, а что тут есть? Что, девочки, девочки, есть что-нибудь у вас есть? Интересненькое. Не жахните меня, нет? Говорить? А тут мило. А тут мило. Не будь как дома. Нам не нужен еще один жилец. Особенно такой, который может ограбить нас во сне. Не все пилигримы преступники. Максим, привет. Mm-hmm. Спасибо, дружище, спасибо. Привет, у вас здесь посмотрим. Отличная мастерская. Саня, здорово. Собираете как у тебя делишки? Ага. Тебе здесь не место. Как он подставляет наши. Спасибо, друг, спасибо. От души приятно. Убирайся отсюда. У нас с Яной куча дел. Саня, как у тебя дела? Прости. Я тебя напугал, да? Стало полегче, как я тебя ударила. Мы квиты. А это я ты Яна. Меня ударила? Эйден, что это за место? Наш дом. Наша мастерская. Князь Гемес, можно привет, сказать, дружище. Весь наш мир. Спасибо, ты друг, привет, спасибо. Привет, приятного тебе просмотра. Эй, как у тебя делишки? Полегче. Сара не доверяет никому, кроме меня. А еще я дерусь лучше нее, поэтому могу позволить себе быть более открытой.
Окей, Максим, хорошо, спасибо, дружище, спасибо. Девочки. Ну, в принципе... Разве ты не должен был уйти с Хаконом? Сейчас, погоди, дайте хоть посмотреть-то на вас-то. Блин, а я бы с обоими, конечно. Ну ладно, ладно, это потом. Так, записка, ладно. Блин, прикольно. Неплохо. Ой, Гемис, привет, дружище, привет. Закусочная там. Спасибо, друг, спасибо. Приятного тебе просмотра. Да, Сань, я знаю. Заходил сегодня туда. К Максу, смотрел. Жаль. Единственная дорога туда. Жалко, конечно, очень жалко, блин, то, что так получилось. Обидно. Ну ничего, я думаю, поддержим нашего друга, поддержим обязательно. Так, что тут выбрать-то? Ты можешь мне помочь? Похоже, ты хорошо знаешь город. Я живу, ну да, в этом типа паркурчик. До всего этого пиздеца. Если помнишь, Саня, это главный паркурщик, который придумал без него француз. Не помню, как его зовут. Откуда он ты? Еще в 13-м районе фильм играл. 2000 километров играл. Отсюда. Ничего себе! Как тебе удалось не заразиться? Легко. Не давал им себя укусить. Здесь все по-другому. Тут все зараженные. Слышал о Харане. Ну да, игр-то он много прошел. Вот что обидно, в принципе, все потерять. Стены. Это вообще, конечно, капец. Оказалось, жалко. Это нас и спасло. А как ты достанешь биомаркер? Просто ну да, я надеюсь, установится все хорошо. Если, не знать, если что, поможем, а поддержим. Пойдем. Да, кстати, я Хакон. Эйден. Приятно познакомиться, Эйден. А, первый проходишь, молодец. Добро пожаловать. Я видел, я заметил, что первый играешь. Блин, Макс, это, конечно, жалко, блин, что войти нельзя. Конечно, хреновенько, блин. Сюда. Сейчас, дружище, погоди. Блин, ну выглядит, конечно, прикольно. Интересненько. Я думаю, тут, наверное, везде, наверное, можно погулять, попрыгать. Тихо. А то сейчас еще упадешь что-нибудь. Так, ладно, что нам надо пройти? Пойдем. Давай, рассказывай, показывай мне, что тут делать. Городишки у всех хорошие. Где тут девочки отдыхают? Тоже хочу к ним в гости заглянуть. Упс. А ты хорошо двигаешься? Да я только начал, ты что? Спецназ? 7 лет. Мне даже нравилось. Потом перестало. За неподчинение меня занесли в черный список. А, да-да, точно. Давили бы лето. Точно. О, прикольно. Вот бы вторая была бы по скидке. Так, а куда? Где он там, блин? Ты где там уже, а? Фига ты уже быстрый. За неподчинение меня занесли в черный список и закрыли мой счет. Я стал таксистом. Ой, как низко ты пал. Пошел ты. Зато я хорошо знаю город. Давай. А, черт. А, у него выносливость же заканчивается, бля. Точно. Ты слишком слаб. Без ингибитора тебе конец. Да я понял. Разве в прошлый раз я не разнес все, что попалось мне на глаза? То есть мне надо успеть еще. Так бывает в первый раз. Давай. Ну а потом уже лучше. Если, конечно, выживешь. Лови! Хочешь сказать, ты... я мог умереть? Блин. Если бы я не дал его тебе, ты бы и умер. Круто. Да, Андрюх, я стандартную версию. А тут смысла нет переплачивать лишние деньги за там Gold-версию, Digital-версию. Вообще толку нету. Там дадут тебе какие-то там пару шмодов и... бонусы там саундтреков, альбомы и какую-то фигню. Короче, смысла нет, я так понял. Ну, расширенные издания смысла нет покупать вообще. Это если DLC-шка бы шла бы там, тогда бы другое дело бы, да. Есть что подумать. А так смысла нет. Так, это мы возьмем. Уж если будешь брать, то бери уж стандартную версию. Так, это тоже заберем.
Так, а что это я взял? Что тут еще есть? А, тут можешь поискать. А что такое? Металлолом. Так, ну здесь ничего нельзя открыть. Ну что, дружище, что там скажешь? Итак, почему ты мне помогаешь? Я знаю, что обычные люди боятся вас, но один пилигрим спас мне жизнь. Я был пилигримом, но теперь я заражен. В магазине, да, дороже. Андрюх, в магазине на диске дороже стоит. 4500, да. А в цифре 4279 рублей. Почти сундуки с сокровищами. Там бывают хорошие вещи. Проверь, я подожду. Цена, наверное, такая чуть дороже, потому что, типа, из-за того, что диск, поэтому, наверное, такая цена 4500. Хотя, в принципе, странно. Вообще, цены должны быть одинаковы, как в цифре, так и в магазинах. Какого хрена они накручивают, я вообще не понимаю. Ну, в принципе, я бы взял бы в магазине, если бы сегодня я бы забрал бы до обеда. Тогда да, а мне они говорят, типа, ну, мы не уверены. Ну, как бы к вечеру, либо завтра только к обеду привезут. Я говорю, да нет, спасибо, я уже в цифры возьму. Так, дружище, ну что, поищите на крыше добычу. Да я уже тут все поискал. А, нет, ну есть что-то. Просто я не люблю ждать. Если я хочу поиграть, я хочу прям сразу поиграть. Чем ждать там сидеть? Ну. Донести до убежища засветло. Так, погоди, там что-то ящик, который я не мог открыть. Вот, теперь можно открыть его. Так, а что такое? Это? Кристаллы. Наверное, кто-то их здесь спрятал. Фига себе, кристалл. Они образовались после того, как нас залили химикатами. Говорят, они замедляют заражение. Кто-то верит. Так ты их не собираешь? Конечно, собираю. Суеверные люди платят за них хорошие деньги. А я всегда рад заработать. Меня интересует один особый ящик. Пойдем, покажу тебе. Ящик? Что там за ящик? Давай, показывай. Ну, выглядит прикольно, красочно прям так. Осень. Блин, классно. И анимация паркура стала более, как бы, ну, плавной, реалистичной, что ли, не знаю. Там была в первой части корявая такая. Чё тут так? Вау. Ничего себе. Так, вот это одна фракция. Значит, у вас армия есть? Типа... Как? Это миротворцы. Они с людьми так же. Осторожнее с ними. Они охраняют туннель, который тебе нужен. Спасибо, Саня, спасибо. И тебе приятной работы. Ну, те люди, которые играли, это элита называется. Тем, кому разработчики ранний доступ дали. Ну, игру в подарок дали. Так. Расскажи о них. Они считают себя защитниками порядка. Но они неплохо убивают зараженных. Нужно, да, согласен. Графон подтянули хорошо. Прям освещение, ага, тени, дальность, четкость. Свою цену. Не забывай. Да, или Андрюх, на кимпаде играю. Или тебе конец. Их защита базара больше тянет на оккупацию. Получше стало выглядеть намного. Я буду очень осторожен. Хорошо. Хотя это как повезет. Миротворцы — это проблема. Они уже достали жителей базара. А, вот миротворцы, точно. А это вот та первая фракция. Порохом, которому хватит и искры. Эй, так мы идем? Ты хотел мне что-то показать? Да, за мной. Да, да. Он уже забыл. Он уже забыл, что хотел показать.
Ах ты, блин. Опа. Иди отсюда. Хорош. Ты чё, блин, а? Да черт. А, он может зацепиться, в принципе. Надо прокачивать выносливость прям вообще, капец. Потому что они меня завалят так. А, слушай, я знаю такой вот геймпад. Клёвый, Сань. Видел такой прикольный. Так, а куда мне надо-то наверх? А, вот, все. Почти пришли. Давай, слезай. Чёрт. Да, выносливость, конечно, надо прокачивать. Прям вообще капец. Погоди, дай залезть-то хоть. О, наконец-то. А ты где там вообще? А, он наверху. Офигеть. Да, без выносливости, конечно, хреновенько. Надо прокачивать. За это мы получим биомаркер. Блять. Мы уже стащили, да? Воры. Постой. Нет, нет, оставь. Сломаешь замок и только все испортишь. Тут хватит на биомаркер. Откуда у тебя это? Я тут почти везде побывал, но давным-давно не видел работающего оборудования ВГМ. Я кое-кого ищу, кое-кого важного. Эта штука поможет мне найти его. Но где ты его взял? Лучше тебе не знать. Поверь мне. Как скажешь. Блять, опоздали. Надо валить отсюда. Ох, ни хрена себе. Они чуют его, кажется. Эйден, ты здесь? Я в порядке, в порядке. Нам нужен ультрафиолет. На базар. Так у него же есть ультрафиолет. Получится. Со мной, быстро. На базар? Куда на базар-то? Так, уфу, свет. А, все понятно, там ультрафиолет. Все понятненько. Давай, бежим. Они близко, быстрей. Вау, блин. Фига себе, ты что за прыжок такой был у тебя клёвый? Бабочки какие-то летают. Сюда, к свету. Да я бегу, что поделать? Бегу. Ты слышишь? Да, да, слышу. Давай за тобой, прям рядом. Мы почти на месте. Это точно, почти. Еще немного. Давай, беги. Вот непонятно, бежит то он или идет. Все, все нормально. Открывай! Эй! Манро Плей, привет, дружище! Хакон! Давай! Открывай же! Хакон! Да, 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 да. Что-то он. Биомаркеры. Приятного тебе просмотра. Как у тебя дела? Гонится Крикон. Биомаркеры. Ты оглох, за нами. Я сказал биомаркеры. Вот.
А его? Он со мной. Пусть покажет биомаркер. Сначала хотя бы впусти нас. Пусть покажет свой биомаркер. Как насчет электроники? Уебок. Открывай! Ну давай быстрее, там уже гонится толпа рды. Конец-то. Ах ты кусок. А, что-то хотел сказать, но не сказал. Вау, ни хрена себе тут. Только не говорит, что мне с ним драться надо. Он зовет своих друзей. Добраться до Киллиана. Нет времени, бежим! А, черт. Могу не началась. Бежим, 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 бежим. Давай, давай. Быстрее. Нас почти догнали. Да я уже понял, да. Беги. Я бегу, что делать-то еще? Быстрее. Давай, черт. И все больше и больше, Эйден. Да я бегу, бегу. Уже близко. Давай, блин. Там безопасно. Ну. Киллиан, это я. Открывай. Тут нет друзей, да? Киллиан, отвлеки их. А чем мне его отвлекать? Киллиан, Киллиан, блять, открывай! Киллиан, чтоб ты утром споткнулся, а мой труп и сдох. Засранец! Задержи их! Чё, прикалываешь, что ли? Открывай! Держи. Ну ладно, ненадолго я могу задержать, в принципе. Ну на тебе, гаденыш. Так, сидим, снимем, сформим. Открой, Киллиан! Иди отсюда! Чёрт, ты до хрена! Ты их вообще капец! Иди отсюда, блин! Воу-воу, тихо-тихо-тихо! Как ты, откуда ты залез вообще? Где там еще? Где-где-где-где? Мы справились. Ну, вроде как да. Беда не приходит одна. Иди отсюда. Нам нужно внутрь. Я пытаюсь. Вау. Киллиан, вижу, вижу. На какая здесь. Улетел. Это последнее. Думаю, фу, да. Закончилась погоня, наконец. Сейчас, погоди, погоди, секунду, секунду, секунду. Дай, 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 хоть собрать что-нибудь. Все, бежим, бежим, иду. Давай. Нормально, он так пиздец. Че делать-то, я не пойму. А, вот, у него же вот фиолет. А, нет, он включил. Все, тот друг включил, или кто-то там, напарник. Черт, Киллиан! Ну да, он также ты бегал тупо. Подождал. Я бы так и сделал, но не хотелось утром скребать твои кишки с порога. Они ушли, и ты иди. Ладно, хватит быть таким засранцем. Ты посмотри. Дед, это... Это редкость. Или пусти нас, или это будет еще больше редкостью. А это кто? Это никто. Я Пилигрим. Ты здесь недавно, верно? Как ты догадался? Проник в город? Я тебе все расскажу, только впусти нас. Однажды я ждал Пилигрима. Он должен был... Ладно, забудь, это не важно. Ну вот я пришел. Что ты задумал, Хакон, а? Я дал ему ингибитор, он выжил. Спятил? Ему нужен биомаркер. У меня нет. Врешь. Правда. Сукин сын. Значит, госпиталь. Надеялся этого избежать. Всегда ищешь путь полегче, да, Хакон? Мне нужна лишь уфешка. Я сейчас, подожди. Хакон, почему ты ему помогаешь? Помнишь, как мы помогали людям?
Я? Конечно. Ну тут немножко разнообразие, в принципе. Давай, передохни под лапой. Помимо паркура сделали. Кошка, по-моему, крюк. А, еще этот пероплан, что-то такое еще летать можно вроде. Как бы разнообразили дело. Идиот. Ну, анимация более плавная стала. Конечно. Поприятнее. Получше выглядит. Так, убежище. Это неплохо. Так, а что? Нифига у тебя это компьютер для стрима, что ли? Обалдеть. У тебя работает хоть, нет? Что там за комок? Слушай, я зайду повазить, у тебя домик, хорошо? Так, погоди, а здесь-то что? Так, тайник. Так, вот это давайте выкинем. В принципе, не нужно. Это все оставим. Дополнительно. Так, интересно, что можно прокачать? Так, наручи пилигрима обычные. Так, я могу, в принципе, снять, выбросить. То есть одежду тут тоже можно, да, прокачивать, я как понял. Как все в первой части. Так, сейчас давайте мы посмотрим здесь. Так, отлично. Навыки. Что у меня? Могу что-нибудь прокачать? Ничего не могу. Пока ничего нету. Так, уровень у меня первый, уровень 0. Доступное улучшение 0. Так, сопротивляемость 455. Так, ясно. Пока особо ничего не могу делать. Так, а что тут такой рюкзак? А, ну это вещи, которые я взял. Ясно, ладно. Давайте поговорим, что ли, с чувачком. Но нет. Тебе захотелось чего-то еще. Высшей цели, мать ее розеток. А ты мог бы просто... готовить. Биомаркеры. Почему их так трудно достать? Потому что это сложное устройство. Черт, фабрики, где их выпускали, закрыты уже многие годы. Биомаркеры привязаны к крови. После привязки их уже нельзя отвязать. Без них заражение протекает бесконтрольно. Метик Плеер, привет, дружище. Как у тебя? Спасибо тебе, друг, спасибо. Вот почему люди готовы отдать целое состояние. Приятного тебе просмотра. Как твои дела? Все деньги и кристаллы, что у них есть. К счастью, мы с Хаконом нашли место, где их еще можно делать. Ну, анимация лиц тоже хорошо потянули. Приятнее намного выглядеть стало. Так, про ингибиторы давай. А что не так с этим ингибитором? Обычно люди от него умирают. Сильное средство. Большинство не выдерживает. Ну, я выжил. Я сказал большинство. Так что не волнуйся, только будь с ним осторожен. Да я не волнуюсь. Ты, Хакон, вы давно знакомы? Даже слишком. Он сказал, вы помогали людям? Мы вместе служили в спец, неважно. Это было очень давно. Ну ладно, не хочешь рассказывать, не надо. Где мне прилечь? Значит, ты только что попал в город. Да. Что привело тебя сюда? Здесь не земля обетованная. Совсем. Мне нужно в рыбий глаз. И Хакон помогает тебе с этим? Вроде ты хороший парень, но послушай мой совет. Не сори доверием, как конфетти. Черт, откуда ты знаешь, что мне можно верить? Ладно, хватит болтать. Ложись спать. До утра все равно ничего спасибо, не спасибо, друг, спасибо за поддержку, спасибо тебе от души. Ну, я стараюсь как могу. Не забывать о друзей, поддерживать тоже. Так, ну что, в принципе, пока он там хавчик готовит, мы можем, в принципе, прилечь. Что там такое? Семена какие-то.
Ну это понятно, заквашенная. Капуста квашеная, вроде как. Помидорчики или огурчики. Там, наверное, картошка у него. Думаю, тебе нужно отдохнуть. Да, 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 я понял, конечно, отдохнуть. Без проблем. Сон такой прям вообще. Ваше такси в госпиталь ожидает. Очень смешно. Стремновато. У тебя получилось? Почти. Биомаркеры в госпитале ВГМ. Я скоро туда доберусь, но ты тоже мне там нужен. Скажи, куда идти? Встань спиной к двери Киллиана и иди прямо, не сворачивая. Ну ладно. Так, новое сюжетное задание. Маркеры чумы. Так, ночная вылазка. Ночью город наполняет зараженные. Безопаснее передвигаться по крышам. Ну, это понятно. Избегайте плакальщиков любой ценой. Если они вас увидят, то поднимут на уши остальных. Начнется преследование. Ага, вот, значит, вот такие. Типа как стражники, получается. То есть, если они меня заметят, то все, они вызывают орду. Это как в этом, помните, как он называется-то? В Days Gone там была вот эта вот такая кричащая зомбашка. Она кричит, и там другие подбегают, короче. Вот типа что-то такого. Так, во время преследования ищите укрытие на крышах или прячьтесь в ультрафиолете свете, короче. Ну, это понятно, ладно. Держись, крыш, чтобы тебя не заметили крикуны. Угу. Знаю. Да, я хотелось понял, бы да. С ними встречаться. Да. Так, а что там у нас наверху есть? Как-то я вез туда свою вторую жену. Ни разу в жизни не гнал так быстро. Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. А других я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Ну, с другой стороны, да. Но, блин, надо же как-то продвигать родство. Так, главное, чтобы они меня не заметили. Так, ну, в принципе, если по-тихому, то, в принципе, нормально будет. Не должны заметить. Блин, ну, все-таки услышали, а? Вот засранцы. Я хотел по-тихому пройти, черт. Блин. Поторопись, Эйден. Да я же понял. Выйти из госпиталя до рассвета. Утром здесь будет полно зараженных. Вау. Блин, он же мне сказал же без этого уровень. Сейчас повысится уровень или капец, наверное, будет. Ну ладно, хоть будет, в принципе, моя ошибка в следующий раз. В смысле, покидаю? Ну, я хоть попробовал. Так, дальше куда? Дальше. Они меня не достанут, надеюсь, нет? Не достанут? Достанут. Ладно, я хоть попробовал.
заметили крикуны. Да, понятно. Не хотелось бы с ними встречаться. Так, а другой путь какой-нибудь есть? Помимо... А, там они тоже... Когда я вез туда свою вторую жену, ни разу в жизни не гнал так быстро. Так, ну тут, в принципе, один путь. Вот отошли, на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. А других... Я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Давай, давай, давай. Есть, успел. На этот раз нормально. Так, а здесь дальше куда? А, вон туда мне надо. Все, я понял. Ух ты! Вау! А я не знал, что он это. По виду вроде показано, чтобы прыгать туда. Держись, крыш, чтобы тебя не заметили крикуны. Знаю. Не хотелось бы с ними встречаться. Когда я вез туда свою вторую жену, ни разу в жизни не гнал так быстро. Воды отошли на 3 месяца раньше. У тебя есть дети? Того спасти не удалось. Давай, давай, а давай, давай. Других, я не знаю. Прости. Все в порядке. Кому захочется, чтобы его дети жили в таком мире? Так, сейчас тут надо посмотреть, куда тут прыгать-то. Ну, вообще показывает, в принципе, сюда прыгать. Ну, типа, вперед. А, вот куда, ё, просто прыгаешь. Все. Все понятно. О, ключик. Замок сломан. Не страшно. Ищи старый автобус. Автобус? В госпиталь врезался автобус и пробил стену. Ты можешь попасть внутрь через пролом. Раз туда никто не забрался, там могут быть маркеры. Ну, да, по идее. Да, график, согласен. Поприятнее стало намного. В отличие от первой, прям вообще там... Так, куда мне? Тут анимация прикольная, освещение тоже понравилось. Интересно. Прорисовка, в принципе. Так, погодите-ка. Не сюда. Так, мне надо как-то забраться наверх. Так, давай, ты же паркурщик, ты же можешь наверх лезть. А, вот, автобус, все, я вижу. Все видел. Заметил. Ага. И чего тут в автобусе-то? А, вот, все. Я у главного входа. Я отметил безопасный маршрут. Жду тебя там. Хорошо. Да, а что тут у нас есть? Так, тихо, он пока меня не видит. Я могу его... Да чтоб тебе. Ну ладно, хрен с ним. Я думал там взять что-нибудь.
А, он ушел. Вроде как. Вот это куда дело. Так, смола забрали. Здесь тоже что-то есть. Отлично. Так, денежки, я так понимаю, мы будем на них что-то покупать. Ладно. Эй, сюда. Большое здание, да? ВГМ получила несколько таких подмет исследования. Здание, да, большое. Когда а ты где там? Тот пиздец, а, вон. Они набрали добровольцев для опытов. Платили им кучу денег. И что в результате? Куча дерьма. Так, блин. А чё он не прыгает-то, не пойму. Ничего не пойму. Давай. Вот это дело. Еще немного. У нас мало времени. Не отходи. Ух, блин. Неудачно. Так, пойди-ка что-то в мусорке. Ну, можно порыться немножко. Дверь за... Умеешь открывать замки? Конечно, ключом. А если у ключом. Тебя нет ключа? Хакон, я прошел тысячи километров. Думаешь, меня остановит дверь? Ладно, просто спросил. В этой комнате есть все нужные инструменты, маэстро. Тут есть металл. Можно сделать отмычки. Да, вот что можно. Вот, кстати, можем делать. Так, давайте создадим, где у нас отмычка. Во, прикольно. 42 штуки мы можем создать. Ну, нам, в принципе, много пока не надо. Сделаем сейчас хотя бы штучек 10. Так, пока хватит, я думаю. Давай откроем. А, отличная работа. Так, используйте отмычки, чтобы взламывать двери. Двери и контейнеры отмычки можно легко изготовить из металлолома. Так что не забудьте запустить им прок. Чтобы взломать замок, необходимо найти правильное расположение верхней отмычки и перемещать ее с помощью, ну понятно, лево-направо. Так, чтобы определить положение верхней отмычки, двигайте ее нижней с помощью правой. Чем дальше от нужного положения, тем сильнее будет сопротивление. Ну, в принципе, понятно. Давай попробуем. Так, минус 9. Сейчас, ну-ка, надо признать. Блин. Ну да, так. Так, постой-ка. Ага.
А, вот, все, разобрались. А, ты не врал. Свое дело знаешь. У меня не было выбора. Мне пришлось этому научиться. Надо просто привыкнуть. Не спеша делать, в принципе, там можно поучиться с первого раза. Что за черт? Нифига себе ты, блин, паркурщик. Я понимаю, ты крутой паркурщик, но я так-то не могу сделать-то. Так, погоди, тут что-то есть. Так, ну понятно, тут прятаться, прятаться, прятаться. И что там? Тряпочки. Ну, тряпочки, в принципе, для... Так, и куда ты залез? А, еще выше, ни хрена ты, блин. Для птичек, наверное, тряпочки скорее делать. Ну давай, поможешь? Давай, помогу, конечно. Вот так. Не получится. Идем сюда. Темная зона. Не шуми. Угу. У него воспоминания, получается. Сейчас идет. Какие-то глюны, короче, у него. Эйди, давай! Эйден, Шмейден! Да, отмычки такие. Одноразовые, Мия? Прям. Ломаются, как Эйди, эти, там, как спички. Это плохая идея, Мия. С хорошей было бы не так весело. Что ты делаешь? Нет, только не на стене. Хватит болтать, дай мне руку. Ми — это его сестра, которую он сейчас ищет и найти не может. Короче... Тут над детьми, получается, делали эксперименты, вот, и... Эйден. Все в порядке? Потом они как-то пропали, что ли, то ли он убежал, да, или точно. Она убежала. Вот, он сейчас ее ищет. Мне вдруг стало нехорошо. Видимо, из-за инфекции. Не сдавайся. Мы найдем тебе маркер и разберемся. Да мне не маркер, а, спасибо. Лекарство нужно. Какое-нибудь. А вот это что такое, я не могу понять. Какие-то цветы какие-то непонятные. А, ну типа, наверное, грибков, что ли. Прям освещается, прям прикольно. Какие-то кристаллы. Да, наверное, это грибки, наверное. Ну, они светятся как фосфором. Так, а куда мне дать? А, вот сюда нужно. Похоже, как в этом. Ну, правда, другие в этом ластухе, одни из нас, что-то похоже тоже там. Там прям такие прям грибки, а здесь какие-то такие не светящие. Что такое? А, все, я понял. Да, заквасен. Согласен. Сюжет закрученный. Красавица. Нужно пройти мимо них. Если пригнешься и пойдешь медленно, они тебя не заметят. Ну такой интересный, в принципе. Подойдешь близко, и тебе конец. Угу. А что мне надо сделать? Просто мимо них пройти? Ты это наверняка знаешь. Да, знаю. То есть к ним подходить, в принципе, лучше даже не стоит. Во
Вообще ни хрена не видно. Тихо. Фига, он как быстро убежал. Тихо. Так, главное близко не подходить. Сюжет, да, это, в принципе, даже основная часть, вообще, самая главная фишка. Если сюжет такой себе, то, в принципе, игра будет вся такая же. Ну, хотя, в принципе, может и так быть. Хотя хрен его знает. Ну, по идее, если сюжет хороший, то, может быть, открытый мир будет такой себе. Могут сделать так. Это как в первой части было. Там сюжет вроде неплохой, но открытый мир мне вообще как-то он не особо зашел. Скучный. Тут вроде пока нормальный. Разнообразный вроде как. Так, как-то мимо них надо пройти. Так. Чуть-чуть. Тихо. Я вас не трогал. Опа. Так, можно хоть фонарик включить. Что это? Химикаты. Мерзкая штука. Когда вирус вышел из-под контроля, ВГМ начала поливать город этим дерьмом. Неужели воздухом не заражаются? Да. Не могу понять. По-любому же должно попасть что-то легкое. Согласен. То играть будет скучно. Вот именно в первой мне так вот показалось. Сюжет вроде неплохой, но, блин, мир, конечно, открытый там такой себе, мол. Тут вроде пока норм. Пока еще рано, в принципе, говорить. Надо еще пару стримов сделать, посмотреть, как будет дальше. Сюжет вроде пока затягивает. Ну ладно. Интересно. Ни хрена, там уже тебя сотню зомбаков услышали такого звука. Осторожно, он шатается. Сейчас как я прыгну, блин. Давай. Я узнаю, что будет. Сейчас лифт вниз упадет, наверное, нет? Не угадал. Ха. А все-таки да. Так, походу, дело мы разбудили зверя. Ты живой?
живой. Вроде да. Можешь забраться? Конечно, секунду. Конечно. Поторопись, у нас нет времени. Ну вот, по-моему, по этой теме. Найти. А, вот здесь можно найти. Да нет. А, вот. Все. Не выходит. Постой. У меня идея. Помнишь коктейль, которым я тебя угостил? В мастерской. Ингибиторы. Точно. Ты упал на первый этаж. Там внизу есть склад ВГМ. Ищи бело-зеленые ящики. Там должны быть ингибиторы. Примешь еще одну дозу, силы вернутся. Ладно. А, ну вот у нас ключ-то есть. Все, я понял, ящики теперь поискать. Хорошо. Так, сейчас, погоди. А, вот сюда надо. Главное не шевелиться, потому что он меня заметит. Вот этот, кстати, зомбак был похож на этого. Если помнишь, во втором Блэйде, эти вампиры, которые у них из щупальца такие, прям изо рта. Вот что-то похожее было. Так, а я могу свет-то вообще включить? Ничего не будет мне в свете. Так, что-то нашел. Ага, заперто, конечно. Все-то просто так-то не бывает. Нет бы вот разбить бы окошечко, через окошечко пролезть бы. Ну, конечно, мы же легкие пути-то не ищем. Зачем? Так, ясно. Надо как-то мимо пройти сейчас. Тихо. Как он, поди, не видит меня? Может, засранец, а? Так, он ходит кругами, поэтому мне надо пойти лучше здесь. Мне надо поторапливаться, блин.
Да ты гонишь. Вообще жутко, прям вообще капец, их столько много. Блин, я если офигеть, так вот прикинь, в реальности вообще прям мимо них проходить. Блин, вообще пипец. Жесть. Как бы бы ночью бы не присоединились эти зомбаки. Давай, открою, что ли, дверь. Во. Наверное, зря, конечно, я так делал. Вон ящик, я уже вижу. Все, давай, 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 быстрее, быстрее. Не трусь, иди. Так, возьмем. Есть. Так, ингибиторы. Ингибиторы – единственный способ повысить выносливость и здоровье. Во, неплохо. Также они позволяют получить доступ к некоторым из ваших навыков. Для каждого улучшения необходимы три ингибитора. Если вы их найдете, перейдите в меню навык и используйте свои характеристики. Так, ингибиторы можно найти в ящике ВГМ, который спрятан в изоляторах ВГМ и ВГМ аномалиях. Также ящики с них ингибиторами можно найти, тщательно исследуя местность. Понятненько. Руслан, привет! Привет, дружище! Приятного тебе просмотра! Как твои делишки? Так, теперь мы можем сейчас это все сделать. Ну, давайте, в принципе. Ну, я, в принципе, думаю, наверное, выносливость давайте сейчас вкачаем, потому что ее реально не хватает. А потом уже, в принципе, можно и здоровье немножко вкачать. Хотя, в принципе, я могу... А, только один раз. Все, нужно три штуки. Нет. Так, наверное, 6 из 126. Хорошо. Виталий Казаков, привет. Привет, дружище. Приятного тебе просмотра. Спасибо, друг, спасибо. Как твои делишки? Так, ладно. В принципе, мы вкачали то, что нам надо. В чем дело? Вколол ингибитор. Прекрасно. Возвращайся к лифту. Я... А, ну это помните фишка? Если кто играл в Days Gone, тот помнит, в принципе, там тоже три навыка были эти. Неро. Когда он себе шприц втыкал в руку. Там тоже три, по-моему, выносливости выбираешь. Ну там здоровье, там что-то бег и что-то типа такой фигни. Вот что-то типа похожее здесь сделали. А, на четверке, да, есть игра. На четверке есть. Да, да, Руслан, точно такая же, в принципе, прокачка, как в первой части. Ну, только, может, немного измененная, в принципе. Я просто не помню, я давно уже не играл в первую, очень давно. Поэтому я особо ее еще не помню. А так все то же самое, в принципе. Ну так, конечно, много чего, в принципе, прокачали и улучшили, в принципе. А так, в принципе, смысл тоже то же самое. Тоже древо навыков, в принципе, вот прокачивается. Это паркурчик, короче, тут атака. Ну и древо этих ингибиторов. Вот эта фишка похожа, да, как в этом Days Gone. Все вот это помню. На четверке есть, да, смело можно, в принципе, играть, нормально идет. Вроде оптимизация, ребята не жаловались, все вроде нормуль. Так, все, надо свалить отсюда. Эй! Хакон. Вот, теперь мы, в принципе, можем, наверное, залезть. Так как у нас навык уже не так сильно тратится. Хакон. Поторопись, я нашел маркеры. Блин. Не успел немного.
Да, точно, точно. Вот что-то в этом роде. Ага, правильно, правильно говоришь, в Дейзгане, да, точно. Блин, привыкнуть к этому. Блин, не успеваю. Надо порезче, порезче все делать. Так, погоди-ка. Куда мне вообще-то надо-то? Наверх? А, все, я понял. Короче, оттолкнуться от стены, наверное, скорее всего. Точно, точно. Вот, наконец-то. Так, дружище, я уже к тебе бегу. Да хрен там лысого. Че, найти бы его? А, все, нашли здесь. Все, дружище, я пришел. Скоро... Ты пропадала. Как ты себя чувствуешь? Да вроде бы. Зараженным, но бодрым. Зараженным, но бодрым. Да, это здорово. Я сожалею. Об этом. От имени всех шлюх, бандитов и придурков. Здорово пожаловать, да? Блять, что? Ты сейчас превратишься. Быстрее на свет. Блин, быстрее. Я не хочу быть зомбарем. Куда валить-то? Куда? Стена. Стена. Я не туда бегу. Ребята, дайте мне слотаться куда-нибудь. Куда бежать-то, ё-моё? А, вон, наверх. Всё, я вижу. Опа! Вот это крутой зомбарь. Ну это же прям как в кино, 13 район. Только еще музончик такой прям. Вау. Я же говорил, что это очень шумно. Че он бьет его уже? Опа, но он не может. А, игру я купил. Короче, на PS5 4279 рублей в цифре она стоит. На PS4 также стоит. Что бы ты такая без меня цена. Делал, пилигрим? Я не хотел быть пилигримом. Просто так вышло. На стандартную версию взял. Я бродил по свету по другой причине. Я искал сестру. Сестру? Да, ее зовут Мия. 15 лет назад мы вместе были в этой больнице. И, по-моему, Вальц проводил над нами эксперименты. Да, в мире полно психов. Но я должен узнать правду. А что потом? Потом? Что будешь делать, когда найдешь сестру? Согласен, дорого. Я найду какое-нибудь тихое местечко, где мы будем жить. Так как я заразился, придется где-нибудь осесть. Куда вы пойдете? Где угодно лучше, чем здесь. Ха, скромные запросы. Я найду место, где люди не боятся пилигримов, не боятся меня. Было бы неплохо не убегать и не прятаться. Всегда хотел половить рыбу. Рыба-то хорошо. Ну, а у меня есть конкретный план. Вау, ни хрена. Ты похож на человека 900, с конкретным охренеть. Планом. Я бы хотел жить у океана. Наверное, там бы все было проще. Всегда хотел научиться серфингу. Ты что, нашел кучу старых открыток? Не смейся над моими мечтами. Да не говори, Виталий, блин. Из города нужно это выбираться. Точно. Геймпасик и все. Париться не надо. Он меня убивает. Прямо изнутри. Ты поможешь мне? До океана отсюда не близко. Мы оба зараженные, и люди не хотят жить рядом с пилигримами. Нахер людей. Согласен, согласен. Согласен, Виталий. А ты поможешь мне? Вот я себе пути? И хочу взять ты бокса. Умеешь выживать в пустошах? Что скажешь? Мы прикроем друг друга. Ну, как бы, знаешь, короче, те проекты, которые выходят на всех трех платформах,
на геймпассе рубиться, а экзо чисто на пятерку покупать в таком плане. Тогда, в принципе, будет экономия. А так я просто, блин, жесть. Тут столько это стоит. Ладно. Так это еще... Прекрасно. Ладно, 4279. А ты если сейчас Форс Фокен у Майи, который выходит, он вообще на стоит там 5719, по-моему, вот стандартная версия. Это вообще жесть. После убийства командира уже почти 6 косарей обычная версия стоит. Пытаются помешать сбежать убийце. Чтобы попасть в рыбий глаз, надо их перехитрить. Но я знаю, когда они меняют часовых, это наш шанс. Нужно собрать вещи для перехода. Я прикину наши шансы. А пока осмотрись, передохни. Пойдем, покажу кое-что. Ну да, согласен. Так, задача обновлена. Поговорите с Аконом. А что тут смотреться? Что-нибудь... А, ну, в принципе, тут можно что-нибудь поискать. А, вот что-то есть. Да, что-то есть такое. Уф, грибы. Необычный расходник. А что он дает вообще? Иммунитет. А, можно как-то посмотреть, что за грибы? Грибочки. Так, постой-ка. Вещи. А, вот и. Так, гриб, впитывающий огромное количество ультрафиолетового света, может предотвратить заражение. Восстановление иммунитета 35 секунд. А, кстати, прикольно. Гудувар. Ну, Виталий, смотри. Если... Ну, мне кажется, будет подороже стоить, потому что сейчас, допустим, брать стандартную версию Horizon, вот я взял, 5500 получается. Я думаю, наверное, до 6... 6 тысяч или 6,5 будет стоить. Где-то вот в этом районе. Но шестерка, мне кажется, будет стоить. Скорее всего. Раз Forspoken, хотя это, в принципе, как Next Gen проект, поэтому, наверное, такая цена. Они, по-моему, так что-то говорили. 5719. То я думаю, где-то либо 5,5, либо 6 уже будет стоить. Скорее всего. Гудувар? Не, Гудувар выйдет на четверку тоже. Они официально уже давно уже сказали. Он выйдет на четверку 100%. Рагнарок. Продолжение. Ну, Руслан, мне невыгодно компьютер брать за такие деньги. Ну, в смысле, там хоть топовый, не топовый. Я уж за такие деньги топового компа уж вон, телевизор себе он взял. И не жалею, чем компьютер. Для меня не выгоднее. Мне выгоднее на консолях играть. Да, новую Horizon взял. Новую. Вот тоже жду, когда она там выйдет. 18, по-моему, февраля, скорее всего, по-моему. Не, соглашусь. На компе-то понятно, что графоне плюс-минус получше. Ну, как бы я вот сравнивал God of War с пятеркой и ПК. Вот у друга привозил специально ко мне домой, им смотрели. Разницы вообще практически нету. Ну, плюс-минус, где-то, знаешь, где-то там лучше, где-то тут лучше. То есть толку нету. Так что, в принципе, не вижу разницы. Ну. Поэтому мне выгоднее проще бокса взять, чем комп. Так, ну давайте немножко осмотримся. Посмотрим, что здесь. Не-не, я думаю, прикольно. На четверку тоже все уходит. А четверка будет еще актуальна, ну, мне кажется, года 2-3 точно, скорее всего. Ну, вот этот год и следующий, это 100% будет тоже выходить. Потому что если в связи с таким дефицитом, то выпускать по-любому четверку они будут, как ни крути.
А то все вот эти проекты, которые они выпускают, ну, весь Экзо и прочие другие, не окупятся просто. Им же надо как-то тоже кормиться. Так что четверка еще нормально, актуально. Они же еще потом вроде как официально сказали, что наращивают тоже четверок. Вроде как хотели типа закрыть проект, ну как бы уже забросить. Но нет, тут оказалось не так. Четверка еще будет нормально работать. Не, ну это я согласен, это понятно. Но тут, видишь, кому как удобнее, в принципе, играть. Мне вот, в принципе, выгоднее консольки, чем ПК. Так, что тут у нас еще есть-то? Так, ну это ладно, мы сейчас с ним поговорим. Это я еще хочу посмотреть, что тут есть. Да, вот я тоже с детства приставочник. Ну и как бы я ничего не говорю. Компы это тоже у меня были как-то игровые. Ну, когда еще в то время эти Intel Quad, Core Quater, что-то какой-то такой был. По-моему, просто еще в то время, короче. Вот. А потом ну, консоли. Я вторую, по-моему, пропустил. У меня вот как раз и были компы. Второй у меня приставки не было, PlayStation 2. У друга была. Вот, а потом опять перешел на консолях. Так, ну все, тут вроде ничего нету. Все, наверное. Давай поговорим с ним. Держи, тебе пригодится. Осмотри город. Старый Велидор. Здесь много интересных мест. Да, да, согласен. Мест. Все в детстве играли в основном на консоликах. Согласен, вон я как бы, ну как бы у меня есть большой комп, ну этот, коробка вот эта вот, вот, чисто, ну, он не для игр никак не вытянет, не потянет, там нет разницы, вот, так, чисто кино качать, а вот взял себе этот ультрабук, такой, ну, вроде мощный, но на нем я сомневаюсь, чтобы играть, мне кажется, на нем яичницу быстрее пожарить, наверное, чем поиграть. Он нахрен сгорит. Тонкий. Не понимаю тоже смысла. Такую мощь пихать такие ультрабуки. А ни хрена он это. Он горячий, как этот, блин. Просто вообще не до невозможности. Поэтому я взял его чисто для с ОБС-кой работать. Чтоб хватало мощности, в принципе. Я согласен, Руслан, согласен. В этом плане, да. Wesley Maffer, hello. Так, что там надо? Бинокль. Так, бинокль. О, у нас появился бинокль, да? А, вот выбор между биноклем. Погоди-ка. И что он нам показывает? Видишь церковь? Это там за нами гнались крикуны. Самый центр района. Угу, посмотрите. Так, погоди, где там церковь? А, вот, сюда нашел. Ага.
В городе есть доски с объявлениями о пропавших людях. Одна из них рядом с церковью. Может, ты найдешь там что-нибудь о своей сестре? А если нет, просто радуйся жизни. Конец света ведь уже наступил. Ну разве да, может в принципе, быть хуже? Так удобнее. Я свяжусь с тобой, когда все улажу. А мне что делать? Надо искать кое-что? Чем делать-то? Так, погодите. А, вот у нас открылся открытый мир. Карточка большая. А, с помощью бинокля. Ну, да, в принципе, лазить тут как капец, конечно. То есть тут несколько территорий получается. Там еще больше будет. Так, увеличим. Что у нас тут? Так, тайник игрока. Отдых. Так, ветряк, альха, ветряк. Ага. Торговец. Так, метро, церковь Святой Троицы. А что мне надо делать? А, вот, маркинг, чумы, сюжетное задание. Ага. Угу, понятно. Ну да, 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 точно. Вот, поэтому тоже сейчас делаю второй этаж, вот, чтобы туда перекинуться. Я так сейчас просто в зале стримлю. Вот. Чтоб там, знаешь, не мешать никому. Просто засел там и сиди, блин. Хоть до утра, блин. Так, ладно. Добро пожаловать в Виллердор. Теперь вам доступен Виллердор. Ваша первая цель. Добраться до штаба выживших базара. Там вы сможете найти торговца, место для отдыха и свой тайник. Окей. Используйте бинокль и исследуйте карту, чтобы обнаружить интересные места. Например, ветряки, которые дают доступ к безопасным зонам. В городе полно мест, и они ждут, пока вы их откроете. Окей. Исследуйте мир, не забывайте о компасе, на нем отображаются события. Они дают вам возможность помочь некоторым жителям и обмен очки опыта и различных наград. Понятно, это типа, ну это квесты, короче, выполнять. Ясно. Да, да, Виталий, реально хорошая идея, вообще клёвая. Так, понятно, все понятно. Так, окей. Так, ребят, давайте да, на этом моменте мы и закончим сегодняшний стримчанский. Спасибо, ребята, вам за поддержку. Большое спасибо от души. Спасибо за ваши комментарии, за лайки от души. Приятно очень. Увидимся уже на следующем стриме. Наверное, произойдет, наверное, скорее всего, завтра. Ну, где-то в это же время, скорее всего, где-то в 5-6 вечера. Ну, там, в принципе, если что, будем оповещу всех в новостях. Спасибо еще раз. Всем приятных выходных. Увидимся. Пока-пока.